Раб Божий Иван, почему в храмах зачастую требуют платить за крещение? Отвергнутый апостолом Петром Симон Волф как раз хотел заплатить за крещение, за что и был отвергнут. Это не плата за крещение. Это есть пожертвование на храм. То есть это как бы просто такая, ну, не всегда добровольная. Так человек подходит и прейскурант за ящичком. Ну, все-таки пожертвование. Со стороны священника, вот с моей, это вот тоже все 30 лет не добровольно. Приходится себя заставлять. Так неохота крестить, просто ужас. Да, в чем причина, батюшка? Ну, понимаешь, ты в положении человека, который строит дом, который при тебе сожгут. Бессмысленно. Ну, были же такие моменты, когда действительно было радостно за новокрещенного. Что это был он, человек тут стоит, я 30 лет назад крестил. Как говорится, вот воцерковился, церкви помогает и как бы живет этим. Ну, а большинство-то и это вообще непонятно, чего они пришли креститься. Хоть денег дадут. Так какой толк-то? Ну, какой с них совсем толк? И относятся они к этому как к платной услуге. И ничего не понимают, и понять не хотят. И даже и вообще, так сказать, вообще не с места. Чем пришли, непонятно. Тяга души есть, это я фиксирую. Но абсолютно неосмысленно. И осмыслить не хотят. И на это время потратить не хотят. А я должен крестить, а я не хочу. Во мне все сопротивляет. И что в такой ситуации делать? Ну, как я? Я вот вас заставляю, младших священников. Я теперь себя полностью от отца освободил. Крещу только ваших детей, потому что вы вот церковленные люди, вы мои ученики. Вот, я с удовольствием. Сколько вы не нарожали, я хоть и усталый, а крещу ваших детей. А остальное, ну, просто я 20 лет помучился, хватит. Ну, просто мучение. Ну, а когда денег дают, ну, все-таки как-то, ну, хоть какие-то отношения. Не просто к себе, как к псу. Ну, пса-то хотя бы кормят. Ну, этот человек, я ему крещу ребенка. Он теперь имеет право его отпивать. Если его какой-то людоед там в лес затащит и съест, мы хоть кости можем отпить. Вот. Ну, и он должен хоть за это благодарность какую-то иметь. Ну, вот он дает в виде там 500 рублей. Разорился, что ли, за 500 рублей? Давай торгуемся, может, 300, за 300 сторгуемся. То у них нет ни веры, ни совести, ни чести. А тут он все в целлофане с бантиком, да еще приходите еще. И мы вам рады. Что, бесплатный китайский ресторан? Ну, в таком случае тогда лучше отказать в крещении. Если понимаешь, совершенно не... у меня был такой опыт, отказывал. А потом чувствую, что я сделал тоже неправильно. Ну, человек не понимает, почему ему отказали. Тем более вчера еще не отказывали. А сегодня вдруг он не понимает. Его обители, в церкви обители. Обители. Я пришел в церковь крестить ребенка. У нас такой обряд, как он говорит. У меня бабушка была верующая. Там, прапрабабушка была верующая. Я уж не знаю, как прапрадедушка, наверное, нет. Вот. Но прапрабабушка точно была верующая. Ну и чего? Он считает, что это достаточно на основании. А как ему изменить сознание, я не знаю. Ситуация, она такая сложная.
Я предлагаю, говорю, ну давайте я научу. Он не хочет ходить в церковь. Мне некогда, мне работать надо. У меня вообще в воскресенье единственное выходное. Потом то футбол там, Голландия, Финляндия, понимаешь? Огороды, лыжи, друзья приехали. Ну, потом, ну что, я захожу в церковь, свечку поставлю, что еще надо? Евангелие. О, я читал Библию, я читал. Как Позер говорит, взад и туда, и назад три раза прочел. Врет, конечно, но не важно. Он читал. Начинаешь что-то спрашивать, ничего он не читал, Библию он, я не знаю, от словаря дали не отличит. То есть и тот тоже не читал. Евангелие читал, у меня молитвенник есть. Ты про Фомон, про Ерему. И так может без конца. Что делать? Поэтому, поэтому хотя бы денег все с него взять. Но сейчас как-то это вопрос на общецерковном уровне рассматривается. Да? Рассматривается, будет документ. Ну просто проблема она. Ну представляешь, ну что будет? Допустим, ну, допустим, постановим, что никого не крестим. Пока символ веры осмысленно не скажет. Ну, что он будет делать? Он опять к батюшкам пойдет, к сельским, даст денег. И тут покрестит. Вот что будет-то. Потому что батюшка многие тоже там, он не будет понимать, ну что это все это высокие умы там придумали, что там, я и сам толком-то им не объясню. А тут что с них что требовать. Поэтому эти документы, они будут приниматься как бы на будущее. В надежде, что оно настанет. Это будущее. То есть, если народ захочет. Поэтому деньги берут, благо это. Ты хоть церковь своими 300 рублями хоть на учет поддержал. На эти деньги там певчему заплатили за полслужбы. Одному из 15.